За 8 минут спасатели преодолели 6 километров до места предполагаемого пожара – интерната имени Стасовой. Эвакуировать детей, локализовать источник возгорания, спасти условно пострадавшего – такова была вводная пожарно-тактических учений. Звучит пожарная сирена, и те немногие воспитанники интерната, что не уехали отдыхать, выбегают на улицу. Для них это игра. Все говорят, что нужно не паниковать, действовать организованно и не пугаться. Поэтому спокойно вышла. И ждешь дальнейших указаний. Пожарные разматывают рукава, надевают специальные маски и поднимаются на второй этаж. По технике безопасности спасатели должны быть привязаны друг к другу, чтобы не потеряться в задымленном здании. Несмотря на жару, они в полной экипировке. В одной из комнат, по легенде, сильное задымление. Там же спасатели находят пострадавшего. Один из технических работников интерната якобы заблудился в коридорах и не знал, как выбраться. На помощь ему пришли пожарные. Они приставили к окну второго этажа лестницу. Силы и средства Ивановского гарнизона были привлечены по вызову номер 3. Это, значит, 8 единиц основной техники и автолестница с компрессорной станцией. Интернат имени Стасовой – важный объект для пожарных. Здание коридорного типа, много узких переходов и закоулков. Если объект будет задымлен, спасателям придется нелегко. Учения решили проводить летом специально, чтобы навыки отработать и никого из воспитанников пожарными сиренами не испугать. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.